Сегодня мы будем готовить блюда отбивные под шубой. Вот у нас какая получится красота. Для этого я предварительно порезала мясушко, у меня шеек, замариновала и поставила на меня сутки в холодильнике. Травы обычные, итальянские, средиземноморские, перчик, соль. Оно у меня стояло, теперь я буду жарить с них отбивнушечки. Я сделала кляр, сковородка у меня уже разогрелась. Итак, у нас пошла мука. Яйцо с майонезом и сухари. Так, выкладываем на сковородочку нашу разогретую. Так. Сейчас мы это... Ну, я думаю, у меня тут на сковородку как раз 3 штучки пойдет. И дальше, как в сказке, конюх-горбунок. У нас обжариваются первые отбивнушечки. Я взяла вторую сковородку, накалила там растительное масло и режу. Вот у меня здесь 3 крупные луковицы полукольцами. Нарезаю и отправляю в сковородку, где просто растительное масло. Обжариваю до того, чтобы лучок стал прозрачный. Я опустила сковородку. Теперь беру терочку и натираю морковь. Пока у меня лучок жарится, тем временем я подготовлю морковку. Где-то у меня будет 1:1 сколько лука, столько и моркови. Я думаю, достаточно. Отправляем лучок. Перемешиваем. Следим, чтобы у нас это все прожарилось, не подгорело. Так. Получается много лука, много моркови. Так, теперь мы отбивнушки. Вот он уже перевернул. Опа. И третья. Даем. Также пожарится следующей стороной. Пожарились отбивнушечки с одной и другой стороны. Я выкладываю на предварительно застеленную фольгою противень. Так, мы выкладываем. И сейчас я буду следующее отправлять. Морковка с луком у меня протушивается. Мы поджарились. Выкладываю я оставшиеся на фольгу. Так. Так. Это мы сделали. Теперь я беру вилочку. И на так вот делаю. Наша обжаренная морковочка с лучком. Выкладываю на каждую отбивнушечку. Отбивнушки мы шубой укрыли. Теперь я беру сыр, натертый на крупную терку, буквально чуть-чуть, немного. Точно так же укрываем сверху наши отбивнушки, чтобы им было тепло и уютно. Так, сырочек у нас есть. Сверху я полью это все майонезиком. Вот так. Вот так, мы быстренько это делаем. Так, и теперь я приподнимаю и делаю, еще утепляю больше, в общем. Так вот, подняла я бортики и отправляю в духовку, в разогретую духовку минут на 10, не больше, потому что у нас здесь все готово. У нас расплавится сырок, пропитается майонезиком, и блюдо наше будет готово. Отправляю 15 у меня минут, ну честно 13. Я достаю из духовочки наши отбивнушки. И вот что у меня получилось. Так как я сделала из фольги конвертик такой с бортиками, у меня маслечко, которое с них вытопилось из майонеза, никуда не растеклось. То есть можно, вы знаете, можно прямо так вот аккуратненько поднять и на блюдо отправить. Украсить зеленью
И у вас посуда чистая будет, и в то же время красиво. Так что делайте, пробуйте. Приятного аппетита. Большое спасибо за внимание. До свидания.